Недавно, он был достаточно давно, этот пакет мер принят в рамках возвращения соотечественников сюда. Но дело в том, что порваны культурные связи, исторические связи, ведь большое количество семей жило на территории постсоветских республик, а потом в результате решений отдельных чиновников они оказались разъединены. И проблемы наличия разного гражданства в одной семье – это проблема, которая может привести в том числе к разным к трагедиям в семьях. Судьбы разобщены, и вы, кстати говоря, мешаете. Часто, да.